Всем привет, дорогие немногочисленные друзья. Я думаю, что многочисленные друзья еще где-нибудь там на подходе, потому что, конечно, всем трудно в будний день к 7 сюда приехать. Тем не менее, у нас были объективные причины начать все в 7 с небольшим. И мы начинаем. Программа предстоящего вечера будет длинной, интересной и насыщенной. Сразу хочу сказать, что в программе у нас первой группой, первым участником Прогдея значился Борис Базуров. К сожалению, Борис Базуров сломал руку и не смог сегодня принять участие в нашем концерте. Мы желаем ему скорейшего, полнейшего выздоровления, как гитаристу, стекисту и любому музыканту. Руки это очень важно. Лечитесь, пожалуйста, Борис Базуров, и ждем вас на одном из следующих прогдеев, которые уже на начало следующего года назначены. А сегодня вместо него выступит, мне кажется, тоже очень интересный музыкант. Музыкант из Поморья, он сейчас живет в Москве, но изначально он из Архангельска. Андрей Барбашов, его дуэт, который фигурирует в разных ситуациях под разными названиями. Так что мы сами вот перед концертом думали, как это все представить. Одно это название «Аказия», другое название «Арт-нечто», третье название «Нечто Трая». И кроме того, он играет в ряде блюзовых проектов, в частности, вот на сцене этого же клуба он играл с такой милой негритянской певицей Кармен Мокси. Но то, что сейчас перед вами прозвучит, это ближе, как мне кажется, к нашей теме. Это прогрессив фьюжн клавиши барабаны. Про барабаны отдельное слово надо сказать. Андрей Панкратов, может быть, вы помните еще по концертам группы Костырева. В рамках группы в составе группы Костырева он участвовал на фестивале Инпрог 2003, как минимум. И еще ряде наших концертов. С ним же записан концертник Live at Improv Костырев Group. Ну, а его нынешняя карьера очень полна, разнообразная, интересная. И я думаю, что будет довольно долго перечислять эти хорошие команды джазовые, в которых он играет. Ну, вот вы сейчас послушаете его в более прогроковом контексте. Итак, а после этого будет Human Factor проект экс-участников группы In Front и Silence Kid, пост-рок, наши легенды, отцы и все такое. Так что будет интересно, а пока что прошу вас погромче приветствовать группу «Оказия». Вечер, друзья, спасибо за внимание. Первая композиция, которую мы окажем, называется «Берега Ага», трехчастная. Thank you.
Thank you.
Люди, 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 речные, водяные люди, морские. Водяные люди, люди, такие, огненные люди, другие. Thank you.
Серпантин. Thank you.
Гриб метеорит. А на дороге желтый гриб, к его шляпе мох прилип. Он живет тут много лет, он пришел с других планет. Гриб ме, гриб метео. Thank you.
вибратор. На барабанах Андрей Панкратов. Спасибо, дорогие друзья. Это была группа Аказия. Андрей Панкратов, Андрей Бабашев. Раз. Спасибо, Андрей. Очень рад вас снова слышать. Андрей выступал, Андрей Барбашов, на «Пустых холмах» с другим барабанщиком, но в рамках того же проекта. Ну вот, я думаю, что мы их еще услышим не раз, так или иначе, в наших мероприятиях. Вот, теперь будет небольшая пересменка. Готовится к выступлению группы Human Factor. После них Silent Skid, собственно, сюрпризов. Я думаю, сегодня не будет. Единственный сюрприз — это то, что для тех, кто пришел позже, то, что Борис Базаров не смог принять участие в сегодняшнем концерте, потому что он сломал руку и, в общем, временно выбыл из строя, но мы наверняка его позовем в следующем году. В следующем году наши прогрессивные акции продолжатся. Это будет, как всегда, последний вторник каждого месяца, январь, февраль, март. Какие будут точные числа, вы сможете прочесть у нас на сайте inrock.ru и, естественно, на сайте клуба. Кроме того, на декабрь, в декабре Prog Day тоже пройдет, но немножко в необычном контексте. В клубе здесь будут другие мероприятия, а мы переселяемся на один месяц в гости к Костырю, в пещеру Костырева. Это такой интересный андеграундный центр, я думаю, кто-то из вас там точно был. Правда, неизвестно, в какой из пещер, потому что она периодически перекочевывает туда-сюда. В частности, сейчас она находится недалеко от метро Дубровка. И опять же смотрите на inrock.ru, где все это будет происходить, как туда добраться. А кто там будет играть, я могу сказать уже сейчас. Это группа Quorum. Лидер ее басист Дмитрий Штатнов, он также участвует в Eternal Wanderers и еще ряде интересных команд. И гости из города Владимир, группа Альгабас. Выбор такой связан с тем, что мы решили вот у Костырева немножко оттянуться, сделать день русскоязычного прогрессив-рока. И после вот этого вот, после этой русскоязычной вакханалии последует еще и отмечание предстоящего Нового года, Рождества, всего на свете. Так что это будет, я думаю, такой немножко более неформальный тусовочный фестиваль. Ну, я всех туда очень зову. Смотрите, следите за анонсами на сайте. А пока что подождем, пока отстроится Human Factor, наберитесь терпения. И еще, я думаю,
минут 15-20 это продлится. Приятных вам ожиданий. Ну что ж, благодарим группу Human Factor за быстрый саундчек. Так что впереди выступление, и на случай, если кто-то пришел недавно и еще не знает, что было интересного сегодня и что будет, только что вот полчаса назад отыграла группа «Аказия», Андрей Барбашов и Андрей Панкратов, которые заменяли у нас выбывшего по болезни Бориса Базурова. Сейчас выступит Human Factor, после них Silence Kid. По поводу группы Human Factor, я думаю, многие из вас знают, слышали московскую группу Infront, которая играла на импроге, играла на многих других хороших фестивалях и концертах, и выпустила 2 студийных альбома. И однажды в один прекрасный день ритм-секция группы Infront решила попытать счастье самостоятельно, собрала новую группу. Получилось у них это, по-моему, превосходно. То есть какие-то новые горизонты звучания там, и аранжировок они явно для себя открыли. В этой команде Human Factor выпустил дебютный альбом совсем-совсем недавно. Называется он, как это, не знаю правильно сказать, HP4, как химический элемент такой таблицы Менделеева. Диск вышел на лейбле RAIG, Российская ассоциация независимых жанров. Я думаю, что если вы после концерта хорошенько потрясете музыкантов, то, наверное, эти диски у них есть. И дебютный концерт команда состоялся совсем недавно, 4 ноября, так что то, что вы сейчас слышите, это второе их выступление. Что ж, прошу приветствовать Human Factor.
барабанщик клавиши монитора потише. Чуть-чуть совсем. Thank you.
Thank you.
Спасибо, друзья. Это была группа Human Factor. Кому понравилось, 24 января приходите в запасник Art Garbage на наш концерт с Restored. Будем рады видеть. Ура! Присоединяюсь к ура. Мне очень... Мне очень приятно, что появилась у нас на московской сцене еще одна такая сильная, мощная, прекрасная команда. И я ко всему этому хочу пожелать им, в общем, дальнейших побед. И заодно хочу пожелать второй половинке группы Infront тоже что-то сделать хорошее, чтобы у нас была вот не одна такая группа, а две разные. В общем, по-моему, Human Factor прекрасный, очаровательный и все такое. Теперь немножко, прежде чем я позову на сцену группу Silent Skid, на самом деле я ее уже зову, Silent Skid, приходите, готовьтесь к выступлению. И, дорогие Silent Skid, я очень счастлив, что вы к нам пришли на Prog Day, потому что это команда, которую я слушал очень-очень давно, и лично для меня, знаете, вот есть жанры, когда бывают такие странные вещи, что слушаешь музыку, знакомишься по русскому ее представителю. Вот для меня пост-рок начался с Silent Skid, и это, наверное, самое яркое впечатление в жанре. То есть, конечно, справедливо будет сказать, что я просто мало слышал другого пост-рока, наверное, но я считаю, что они команда мирового уровня, которой можно по праву гордиться. Они играли у нас на... Не у нас, они играли в Ярославле, на фестивале Impro-рок в Ярославле. Это тоже был такой маленький космос на сцене. Я думаю, что сейчас это повторится. Тем более, что у ребят новый состав, у ребят готова новая программа, готовят, то есть обещана сейчас совершенно новая вещь, и с большим интересом жду ее. Кроме того, я еще хочу сказать, что, как, наверное, многие из вас знают, 8 декабря здесь будет группа Flower Kings, и практически, то есть, как говорится, есть новости хорошие, есть новости, наверное, тоже хорошие, но немножко в другом контексте. Хорошие новости то, что группа получила визы, то есть они все готовы, все на мази, что называется. И другая новость то, что практически все билеты проданы, то есть осталось там совсем какие-то крохи. И поэтому в день концерта еще будут продаваться входные билеты. Но их тоже будет чуть-чуть, потому что тут особо встать в клубе негде. Тут перед сценой будет ряды стульев, и по бокам столик, и вот где-то там совсем-совсем сбоку можно будет еще побывать. Но, тем не менее, я надеюсь, что мы все-таки сможем всех желающих увидеть цветочных королей сюда вместить, что никто не уйдет обиженным, ну и, естественно, что все это будет такой праздник прекрасной музыки и, наверное, вот такой первый пробный шар, который прокатится успешно, и мы будем приглашать, привозить много других прекрасных команд. Мы, я имею в виду, как бы у меня нет мании величия, но я имею в виду фонд ArtBeat, на самом деле, которому мы скромно помогаем, подсказываем группы и как-то в этом соучаствуем. Не хочу эту степень соучастия переоценивать, но можно смело сказать, что вот это вот клуб Алексея Семеновича Козлова, фонд ArtBeat, привозит сюда группу Flower Kings. А про нас еще скажу, что некоторые как бы зомбиобразные виды связаны с тем, что мы сейчас сдаем журнал. Осталось там 2 дня буквально, мы его сдадим в печать, и концерт он должен выйти, на что я очень надеюсь. А пока что вы можете вот наш предыдущий номер, точнее на данный момент он новый, вы его можете купить у нас за столиком за какие-то скромные 100 рублей. Покупайте наших слонов, лучших слонов в мире. Вот. Ну, теперь предоставим вас ожиданию Silent Skid. Я думаю, что лишних слов про них уже сказать невозможно. Я жду их точно так же, как и вы. Счастливо. We'll be right back.
Thank you.
Не знаю, как кто, я играл для своей дочки, которая сегодня 1.5 года. Ну что, похлопайте еще.
Слышно, теперь слышно. Спасибо Сайлент Скиту. Я думаю, это была прекрасная концовка. Что еще желать? От пост-рока с элементами панка и чего-то еще тяжелого металлического. Я думаю, что все это оценили. И ждем вас на следующих наших мероприятиях. Спасибо клубу, спасибо фонду ArtBeat за то, что позволяет все это делать. И даже не то, чтобы позволяют, а активно предлагают и вдохновляют. Я не умею. Это к ним. Но я думаю, что это все.